попробую дорассказать, да? Может, кто появится. В общем, еще раз, тут стрим начал, и нас прервали, телефон позвонил, и запись прекратилась. Так, ну, 94-го года Isuzu Bighorn Limited, дизель, полный привод, понятно, семиместный, 7 passenger seats, Off-Road Express, $89,000, новая резина, new tires, ну, чистенькие, да. Так, сейчас заглушу, наверное, сейчас вокруг обойду. Там отзывайтесь, пишите комментарии, лайв-чат. Сейчас вот я так нажму. О, 6 человек вижу. 6 people. Лайки ставьте. Лайк. 6, трое осталось. Ну, докручу, да. Так, я хотел мотор показать. Давайте уже покажу. Потому что я там... Так, здесь у нас подсветка. В общем, проблема была, что на аукционе аукшен, что у нее не работали вот эти вот кнопки, да? Здесь одна у них болезнь западает. Сейчас, в принципе, все работает. Вот. Так, это у нас левый, да? Это у нас автомат. И вот тут задняя, да? Кнопочки сделали, короче. То есть у него там предохранитель вылетел, потом он что-то выковырил вот эти вот. Не знаю, зачем японец. Вот этих вообще не было переключателей. Подошли, это американской машины, да? Вот. Эти вот кнопочки. То есть эти, как называют-то, баттон или... В общем, поменяли. Но понятно, что правый-левый руль, вот это само тело не подходит, вот это вот, да, корпус и на дверях тоже. А сами кнопочки подходят, можно их выдергивать, ставить, да. Так, ну что. Сигнал этот по краям. Заглушим. Покажу мотор. Там уже, ладно, это стрим, не стрим. Неважно, да. Просто сделаем видео. Минут на 5. А то видео у нас прервалось. Так, еще кто-то появился. Где там наш народ? Я же специально для это самое, для россиян как бы стрим веду, да? Так-то можно один делать только. Просто видео выкладывать. Народ, выходи, пишите комментарии. Так, давай покажем моторчик. Не дали нам договорить. Так, что мы тут имеем? Вот этот датчик поменяли, температуру. Новый, new. А, ну, там ремни поменяли, понятно. Мотор у него стоит 4JG2, 3.2 мотор. Вот она вся эта таблица умножения. Интеркулер турбо 3.1, 3.5, да? В общем, у него не было овердрайва. Датчик вроде бы как бы тоже работал, но не работал. Но проблема была не в этом. Спидометр, короче, перегорела дорожка. Оп. Америка, Европа. И, в общем, овердрайв не работал. На дорожку поправили, подпаяли на этом мой механик.
на этом. Сделаем лучше. Ну, отлично. И, в общем, все, овердрайв есть, прекрасно. Кнопки работают. Осталось еще кондишку проверить. Так, ну я уже говорил, семиместный, полный привод, Off-Road Express Limited. Оценка 4, пробег 89 тысяч. Еще раз покажем, да. Аукционный лист, да, по второму разу. 89,000 километров. Тут оценка 4, да? Grade 4. Кому надо, размеры для почтальонов сейчас покажу. Size, weight. Это для почтальонов. Они берут, кстати, часто такие машины. Так, кстати, есть пультяшник. Работает, да? Original. Wireless key, да? Вот так вот. UBS 69-69 кузов. Ну, тоже неплохой. Здесь, конечно, старый больше ценится. Предыдущий вот кузов квадратный был с 2.8 мотором. Они, конечно, очень ценятся, да. Народ, выходи, ставьте это. Что плохо, в стриме пока это. Надо удачно попасть на народ. Думаю, там восточная часть должна подключиться. У нас время 7 или сколько? Значит, на Урале тоже 7 утра. А, еще рано, да, слушай. То есть вся та часть. Хотя там был откуда-то этот Завитинск, да, парень был с Читы. Или там сколько времени-то, я уж не помню. Так, во, один лайк поставили из 3. Что ж так лайки мало ставят, да? За правый руль. Побольше ставьте. Ну, что-то никто не выходит, никто не хочет болтать, да? Что тогда, закругляемся, что ли? Я вот так вот допоказал, что хотел. Уже 7 минут. Что еще? Пробегусь по машинам. Toyota Corona Premium 4x4 61,000 километров. Excellent clean. Карина. Улыбка, как ее у нас назвали. Toyota Carina. Diesel 4x4 stick. Из автоматик. Вот такой вот зверь. Хороший зверь. Мне нравится. Вообще, блин. Клин. Ну, там у нас Гранвия стоит. И тут всякая всячина, да. Так. Еще что показать. У нас Моделика, Суперчарджер, Estima Previa 4x4, полный привод. У нас Surf One ZTE. Это у нас Homey Caravan, Camper Mazda Friendly 4x4, полный привод. Айс. Это бензиновый для почтальончиков. Бензиновый. Он круизер с тремя блокировками. Этот без блокировок, но на механике. Manual Transmission. One ZTE. Еще что? Хаейс Лонг Бейс. О, Телеген Оразалиев. Салям алейкум, братан. Халярничек. Как там? Казахстан. Мы почти одинаковые языки. Да, кочевники, видишь, мы тоже скачем на конях. Это Лонг Бейс. Хаейс, One ZTE, Manual Transmission, вот такой вот мануалка у него на механике, длинная база, но крыша плоская. Опять привет, да, что-то, видать это, но все равно молодцы, как-то увидели, да, опять стрим. Этот поджарик, вообще маленький пробег у него, но пока продать не можем, потому что бензиновый не очень популярный. Вот это редкий зверь. Evolution, как там, платформа, полный привод, 4x4, турбо. О, семеро, 4 лайка. Это что значит, четверо кто лайки поставили? Ну, это полный привод, AC, кондиционер, Diflock, 4x4, да. Вот он, Evolution тоже, но турбинка чуть поменьше на механике, manual transmission, да, 4x4.
Ого, 8 уже народ попер. Это дизелек РВРК. Это вот на Lancer Evolution, да. Типа слипер. Как это? Овечка, волк в овечьей шубе, да. Ну, посмотрим, малыши. 9 челдобрек. Ух ты. Батарея рот садится. Блин, может быть. У нас всю ночь дикая гроза была. Света с 4. Ничего себе, да? А шуметь-то. Генератор гоняет. Слушай, как в Америке, это обычно тут отключает свет. В России же обычно такого бардака не было в советское время, да? Тут у нас тоже что-то там в Башкирии передавали, там какой-то буранчик был. И этот унесло палатки там что-то в Башкирии, в Туймазах. Вот это продали уже. Пробег маленький, кстати, сейчас я посмотрю. Пробег там маленький. Она чуть-чуть покоцанная, но в Японии же что покоцает, я уж решил взять. Думаю, так, пробег сейчас включу. О, 57 тысяч. Даже запущу бензиновый мотор. Вот, о, ремешок свистит, что ли, подтянуть надо. Или кондиционер включен. Ну, факт, что ремешок что-то свистанул. Может, подтягивать надо. Продали, короче, женщина какая-то. Есть пару вмятин, но не гнилая зато. Нету ржавчины. Так. Сергей недоступен. Еще раз там пишите, кто откуда, чтобы я так... А то мне надо раза два-три повторить, чтобы я запомнил, да. Вот. Так, на второй ряд не пойду. 12 человек. Ничего себе, народ просыпается. Ну, лайков только 4. А кто остальные 12? Оп, 9 человек, да? Так, да. Завтра поедем в этот... порт Такома забирать машины. У меня знакомый генерал 2 недели назад после грозы был гидродолновение. Ничего себе, да, как он там засосал себе это воды через воздушный фильтр, что ли, ничего себе. Я тоже один раз. А, Карпинск, да, Карпинск. Это где-то там на Урале, да? Екатеринбургская область, наверное, да? А, тоже я в Уфе там как-то дождь пошел, как залило все. И я, короче, ну, типа такой на джипчике на маленьком Териус. Гоняю там довольный. А потом смотрю, номера нет. Сдуло водой гидропотоком, да. Потерял номер, да. Пришлось восстанавливать, да. Было дело там иногда в Уфе. И не только в Уфе заливает, канализация не справляется, как дождь шуранул. Вот. 8 челдобрек. 9 опять появилось. 6 лайков. А, да, через фильтр. Ну вот, наказал его кто-то, да. Понятно, через фильтр, ничего себе он там нырнул на Авенсисе. Да, не зря шнуркели ставит, да? 10 человек, 6 лайков, 9. Туда-сюда народ колеблется, может быть, наш народ американский подтягивается, но смотрит, что на русском вещают, и это. Так, уже темнеет, но покажу еще раз машинку. Еще раз покажу. Такие дверки у нее, двухступенчатые. И салон утопил. Ничего себе, он нырнул, да? А, я же эту... Ну, это я вроде показывал. Показывал. Что у нас тут? Это знак. Выхлоп. Вот этот маленький. Круглый, который. 11 человек. Тут я вроде бы показывал. Да, это показывал. Покажу еще раз. Вот так вот. И там какой-то маленький рычажок есть. Кстати, вот народ, Трупперы и Бигхорн одинаковые, вот эти номера разные запчастей, но электростеклоподъемник, механизм одинаковый, и кнопки внутренние вот одинаковые, наружные корпуса они не подходят вот сюда, да. А вот кнопки, все за Трупперы и Бигхорн same. Так, где тут у нас кнопка? Так, вот она, тут такой секретный кошелек, или как он там, да, кошелек, закроем. Такое место. 9 челдобрек. Начал показывать первый стрим, и нас телефонный звонок прервал. Пришлось это остановиться. Прерваться. 10 человек. 9 человек что-то скачет, да. Ну вот я уже показывал. Пультяшник у него, да. Это я уже все тут пролазил. Где у него подстаканник-то, чуть не вижу. Ну, в общем, наладили машину. Красота. Был еще Suzuki Skoda продали.
У него тоже датчик температуры на блоке не работал, ECU. Мозги неправильно читал, он не ехал. Датчик поменяли, все, полетела машина, 140 даже, дизелек. Автомехаников? Да как, отлично. Я, например, своему плачу 70. Но он у себя дома работает, потому что в час. А так, ну, если ты будешь на дядю работать, ну, наверное, 25, там, 55, я не знаю, тут зависит, там. У своего механика обычно смотрит, конечно, там, чтобы опыт, ключи свои должны быть, да, там целая куча ключей, да. Не так, чтобы, например, сервис пришел без ключей. Ну, можно и так, конечно, прийти, но обычно тут механики со своими ключами, там, по 5, по 10 тысяч долларов, по 15 тысяч долларов у них свои, все вот эти вот всякие инструменты, да. Вот. Тут в Америке работа-то хорошая, в смысле, пока молодой, надо деньги тут зарабатывать, я думаю. Можно, конечно, и в России, но думаю, что здесь все-таки получше, если грамотно. How much? Asking price 17,500. Low miles, this is 69. New generation. А вот это, кстати, TOD, вот у этого коробка. Это новая, там 135, что ли, у него лошадей, уж не помню. 125 horsepower, 125 лошадей, а у этого, по-моему, там, поправьте меня, это новая модель, там чуть-чуть электроники добавили, 135, что ли, не помню уже, да, но там уже и коробка другая, да, на ходу можно включать, как там, TOD transmission, другая, короче, здесь у нас part-time. 8 человек, да, что еще? Завтра поедем в порт машины перегонять. Yes, 4x4, turbo diesel. And good for towing, yeah. Good torque, because it's diesel. Ah, okay. Great. Ага. Сообщение получил насчет альтернатора. На Гранвии у нас генератор накрылся, но вроде можно найти здесь в Америке. Так вот сейчас вот механик. Nice, thank you. Gold color, the gold color. Ого. Gold prospecting or? Так. 9, я так понял, человек смотрит, но надо, может, как-то все-таки попытаться почаще выходить. Утром, вечером. Ох, кто-то там пробежал. Какой-то челдобрек. Свежий дизелек хорошо у нас убит. Ну, понятно, у нас же, во-первых, страна бедная. Люди везли и старались везти, ну, самое дешевое. Потому что я когда первый раз приехал в Японию, Суруга. Me too. Gold prospecting in Washington. East West. И, короче, о чем я там, да? Я, честно говоря, первый раз попал в Японию в 96-м году. Я хотел назад уехать в Владивосток за машиной, потому что цены на дилерские космические. В Японии можно только на аукционе что-то вылавливать, да, дешевое. А так, там тоже дорог был, и в те времена. Понятно, да, что 80-е, 90-е были дешевые машины, но это какие-то там, ну, может, проблемные, или не ходовые, там, что-то такое, да. Я, потому что когда приехал, на корабле мы тогда ходили, ну, как туристы, и разрешалось там две машины, что ли, брать, там, пару мотоциклов. И early, okay, yeah. We need to use time. I left maybe couple months, yeah, 3 months for gold prospecting. Да, и зарплаты, да, у кого были-то. Ну, понятно, да. Ну, в общем, и зарплаты, да, маленькие были по сравнению с долларом, поэтому везли самые, скажем так, ну и хорошие везли машины, ну, естественно, по дешману что-то везли, да, с Владивостока, то есть с Японии. Вот. Я тоже помню, грешил этим, как-то плаца привез пробегом 248, что ли, 278. Потом думаю, нафиг, блин, лучше хороший будем возить, потому что всякие геморрой там начинаются, да, с машинами. Лучше хорошие машинки.
Так, 5-6 лайков. Ого, народу меньше, лайков больше. Ладно, уже 20 минут, да? Пойдем мы нам завтра в порт ехать, машины перегонять. У нас там 50 машин стоит в порту. Вот, надо этот... Там пишите комментарии, туда-сюда. Будем это почаще опять, обещаю, выходить на связь, да. 4 человека, 6 лайков. Все, тогда давайте, ребята. Да, это самое. Пока, всем добра, здоровья. На Чуркино жил, ого. Окна на залив были, машины мимо меня плыли, да. На Чуркино бывал, да. Зеленый угол, Чуркино. Там рыбный порт. Жил немножко там у знакомых. Находку, там тоже был знакомый, бывший штурман. Вот. Классно, конечно. Везде хорошо. Вот. Ну ладно, все тогда. Пока, ребзя. Пока, до связи. Завтра будем, наверное, видео делать. Машин 4 пригоним завтра. Я же говорю, в порту нас там 50 машин ждет.